Сегодня вы узнаете все новые новости о Майнкрафте, о возможном добавлении нового босса, а также о новом фильме про Майнкрафт. Ну а первым же это видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ведь для вас это всего лишь секунда, а мне приятно. Ну что ж, а мы начинаем. Погнали! А вы когда-нибудь задумывались, какой вкус у загадочного рагу в реальной жизни? Могу вас обрадовать, потому что совсем скоро мы получим чипсы от Майнкрафта со вкусом загадочной рагу. Говорят, что эти чипсы очень вкусные, сытные, и что такого вкуса еще никто никогда не пробовал. Но это лимитированная версия, значит, что эти чипсы очень тяжело купить. Ну а вы пишите в комментариях, хотели ли вы попробовать эти чипсы. Лично я очень хочу их попробовать и надеюсь, что когда-нибудь я их куплю. В Майнкрафте появится новый босс? На официальном YouTube канале от Майнкрафта вышел шортс, где они жителю задают вопросы, но они задали ему только один вопрос. Есть ли у вас в планах добавить нового босса в Майнкрафт? Но житель просто кивает на протяжении всего ролика. Ну так зачем делать отдельный ролик только ради одного вопроса? Мне кажется, что этим роликом Майнкрафт хочет нам показать, что возможно в скором времени в Майнкрафт добавят нового босса. И мне кажется, что это будет что-то по типу Вардена. Но вы как думаете, добавить нового босса или нет? Пишите свой ответ в комментариях. Появилась новая информация о новом фильме о Майнкрафте, и даже есть дата, когда выйдет этот фильм. Майнкрафт уже давно хочет снять свой фильм, и вот наконец-то они начали его съемку. Главный герой фильма Джейсон Момоа, или же просто Аквамен. Сюжет фильма пока что никто не знает, но он должен уже сниматься в следующем году. А выйдет этот фильм 4 апреля 2025 года. Честно, я уже с нетерпением жду этот фильм. Я очень хочу посмотреть этот фильм о Майнкрафте. Майнкрафт официально заявили, что будет менять логотип и значок Майнкрафта. Майнкрафт говорят, что они хотят это поменять на что-то лучшее и насыщенное. Например, теперь вместо старого значка Java мы получим вот этот новый, который вы можете увидеть внизу, а также еще другие изменения. Уже вышла дата нового крутейшего обновления 1.20 в Майнкрафт. Я только что посмотрел, что туда добавят, и это просто капец. Если вы хотите узнать, что туда добавят, то вы можете посмотреть видео на официальном YouTube канале от Майнкрафта. А это обновление выйдет 7 июня. Пишите в комментариях, ждете ли вы это обновление. Лично я очень жду. Ну что ж, ребят, а видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые новостные ролики или другие крутейшие ролики про Майнкрафт. Ну а всем удачи и всем пока-пока!